В районном доме культуры города Гал состоялась встреча молодежи с представителями организации АПЕЙПШ и Всемирного абхазо-абазинского конгресса. Наша организация, Ассоциация молодежи Абхазии АПЕЙПШ, является молодежным крылом Единой Абхазии. Нашей основной задачей является это развитие потенциала молодежи, понятное дело. Но для этого нам нужно непосредственно работать с этой молодежью. Поэтому мы сейчас устраиваем презентацию наших проектов и обсуждение по всем районам и городам в Абхазии. А отдел развития молодежи и физической культуры Всемирного абхазо-абазинского конгресса всегда тесно сотрудничает с молодежными организациями, со всеми госструктурами, которые реализуют государственную молодежную политику в нашей стране. И также мы проводим много совместных проектов, мероприятий, как и сегодняшний день. И нас пригласили поучаствовать, тоже рассказать о нашей деятельности. Главной темой встречи стало развитие потенциала молодежи, обсуждение ее возможной роли в решении социальных проблем. Участниками встречи стали старшеклассники, студенты колледжа, молодые специалисты предприятий и организаций, работники сферы образования и культуры. В ходе встречи Салима Дзидзария, Меги Цицба и Наард Бар зачитали доклады, касающиеся волонтерства, творчества и самоуправления. Участники встречи также рассмотрели и вынесли на обсуждение ряд инициатив. Председатель молодежной организации АПЕЙПШ Саид Куланба представил нового руководителя галского филиала Каху Гейге, который давно активно занимается с подрастающим поколением в районе. Представители Всемирного абхазо-абазинского конгресса Эсма Пициния и Валера Берзения показали презентацию о деятельности организации за 30 лет, где рассказывается об ее истории и социально значимых проектах за все послевоенное время. Подобные встречи и подобные проекты, которые обсуждались здесь, несут колоссальное значение для развития личности, их гражданской активности и участия в становлении абхазского общества в целом. Сегодня мы конкретно по поводу того, чтобы ознакомить участников, потенциальных участников из города Гал с деятельностью нашей организации, с деятельностью и направлением наших проектов, в которых они могут принимать участие совместно с ребятами из других районов. По убеждению участников мероприятия, такие встречи необходимы, ведь они способствуют созданию условий для полноценного диалога представителей молодежи из разных районов республики. Анжела Убилава, Илона Михава, Бату Библая, Галмедиа.